Общаться с собеседниками за столом и параллельно с фолловерами в сети, мгновенно на все реагировать и все успевать. Этими манерами выдают себя люди, причастные к проекту «Битва блогеров». Третий сезон стартует 23 сентября. Это будет огромный нетворкинг, мы все познакомимся, передружимся. И опять с третьего сезона родится куча проектов, которые пойдут дальше жить, да, своей дорогой. Это нас очень радует, что мы людей мотивируем. Это «Битва третья», мы действительно собрали не только блогеров, но и лидеров мнений. Сейчас, как показывает наша практика, знания, мастер-классы можно получить где угодно. А здесь, получается, наставники, они как коучи. И ты начинаешь действительно что-то делать, когда у тебя рядом есть человек, мнение которого ты можешь спросить, кому-то это действительно важно. Здесь нет чего-то принципиально нового. Эту информацию люди могут почерпнуть там в интернете самостоятельно. А именно наставничество, оно помогает людям не только обучаться, но брать и делать. Потому что между обучением и деланием есть мостик. Вот как раз «Битва блогеров» — это тот мостик. Если в команде больше 10 человек, достаточно проблематично ими управлять. Поэтому количество должно быть чуть меньше. Ну, 9-10 — это оптимально и нормально. Что буду рассказывать? Да, там у меня уже целая программа. Я уже договорилась с ребятами, с которыми мы очень близко дружим, и по поводу внешнего вида, и будет у нас консультация со стилистом, и будет у нас консультация с Региной по ораторскому мастерству, и Бек мне обязательно поможет, расскажет про Инстаграм, потому что, ну, я больше все-таки про бизнес, чем про Инстаграм. Поэтому я думаю, что будет очень интересно, весело. Программа большая, классная. Я вообще не понимаю, как меня подписали вообще к блогерам. Я никогда не гнался и не гонюсь за этим. У меня есть свой взгляд, у меня есть свое мнение. И вот я делаю так, как мне нравится. Судя по количеству людей, которые дают мне обратную связь, это нравится не только мне, но и им нравится. Поэтому мое видение и видение в Инстаграм, оно мое собственное. Меня первый раз позвали спикером в блогер-лагерь. Сначала для меня это было такое... Я скептически относилась, на самом деле, к этому мероприятию. А потом оказалось, что это очень классная компания, очень классная атмосфера. И именно в лагере я прочувствовала все это, потому что это было реально классно. Много людей. Нетворкинг. Мы собираемся кучкой, друг друга знакомимся, все про друг друга все знают, и все, и понеслась эта сеточка. Это лучше, чем сухой Инстаграм, который вот подпишись, там трясим-трясим, это, ну, такое. Мне кажется, блогер, батл — это что-то душевное, это что-то про дружбу, про общение. У нас сегодня не было Лизы Грица. Лиза, она прямо такой... самый блогер-блогер, у нее уже 146 тысяч подписчиков в Инстаграм, и Лиза, она как раз вот таки за блогерство. И не было Полины Поповой, они просто в проекте. Сегодня у нас здесь присутствуют как победители и наставники первого сезона, да, наставники второго сезона, третьего сезона, в общем-то, эксперты, наши яркие битвовцы, да, которые уже тоже с нами прошли. Вот Роман Корзун. Эксперт третьего сезона «Битвы блогеров». Юрий Жуков – это наш яркий битвовец второго сезона. Лика – это наш самый первый наставник, самый первый победитель в первом сезоне «Битвы блогеров». Мария Выдрина сегодня здесь присутствует также как яркий битвовец, да, представитель наших участников. У нас присутствуют эксперты третьего сезона. Анна Фортуна – это графический дизайнер, будет рассказывать о том, как делать красивый Инстаграм. Айна – наставник второго сезона. Валерия Шевченко – наш бессменный эксперт, будет качать личный бренд. Из 50 участников третьего сезона зарегистрировались уже 40. Те, кому сложно определиться с наставником, могут обратиться за советом к организаторам. Кстати, в программе лекций и тренингов этой битвы блогеров будет мастер-класс от программы Beauty Time, посвященный стильному имиджу.